Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Илья Левитов и на канале Левитов Чес. Приветствую подписчиков канала, дорогие мои, любименькие. 90 тысяч отмечаем на днях. Существенная уже цифра. И начинаем наш финиш нашего спидрана к 100 тысячам подписчиков. Для меня это очень важно, конечно, не буду скрывать, но также важно и сохранять качество нашего контента, уровень нашего контента и не опускаться до низкого хайпа и способов всяких непонятных приобретать подписчиков. Я надеюсь, что вы это цените, а я ценю вас, вашу преданность, ваши комментарии и ваши лайки, подписки, колокольчики и все на свете. Ну, прошло какое-то время со времен последнего моего обзора того, что происходит в шахматном мире. Я попробую сейчас коротко рассказать вам о том, что произошло после новогодних праздников в больших и не очень шахматах. Начнем с Вейканзе. Закончился турнир Виконзе. Традиционно уже много-много лет. По-моему, он не проводился только один раз в в 1945 году, а так уже более, по-моему, 80 лет. Этот турнир проходит в маленькой деревушке около недалеко от Амстердама. Там холодно, противно, жрать там негде, жить там негде. Такое местечко странное. Но, тем не менее, это традиции шахматы. Там всегда проходит начало года шахматное, классический турнир. Большой шахматный фестиваль, кстати, проходит параллельно с этим турниром. Я не знаю, как было в этом году, в прошлый год, особенно до пандемии. Это всегда было яркое, красивое зрелище. Играли лучшие шахматисты мира. Рядом турнир «Б», был еще турнир «С». Огромный турнир какой-то любителей, лекции, комментарии Гены Сосонка, книги продавались, можно было поиграть в шахматы там всегда. Я на улице мерзко, противно дует холодный ветер с моря, а там какое-то вот шахматное тепло, атмосфера. И поесть горохового супа тоже никогда не ошибка, как говорится. Так что такой замечательный фестиваль. И, в общем, при нашей уже такой сумбурной шахматной жизни, оффлайн, онлайн, смена контролей, быстрый шахматный классический рапид, наверное, классный справедливый, какая-то дань традициям, что год мы начинаем с турнира по самым классическим таким шахматам с длинным семичасовым контролем. Не играли три первых номера мирового рейтинга, не играл Карлсон, не играл Каруана, не играли Накамура. Ну, таким образом появилась шанс у молодежи выстрелить. А Абдусаторов плюс индусы, конечно, уже, мне кажется, забронировали свое место в шахматной элите и в этом году будут пробивать дальше, может быть, побеждать в турнире претендентов, выигрывать крупные турниры, набивать рейтинг и пытаться подвинуть это поколение 90-92 года, которое будет отстаивать свои лидирующие позиции в шахматном рейтинге. Средний выступил Ян, не помнящий, но здесь я не думаю, что имеет смысл какой-то, не думаю, что он напрягался, так сказать, как он будет напрягаться в апреле в турнире претендентов. Сейчас вся под вся весь фокус направлен на Торонто, на апрель, когда будет проходить турнир претендентов. Я к этому еще вернусь. Поэтому, ну, замечательный прошел турнир и прошел. Сейчас проходит прекрасный турнир по шахматам Фишер, организованный в Германии. Я так понимаю, что это новый спонсор появился, меценат появился в шахматах, человек, которого привлек в шахматы чемпион мира Магнус Карлсон, что тоже является шахматной традицией. Много спонсоров приходило через чемпионов мира. Каспаров приводил кого-то, Крамник приводил кого-то и так далее, и так далее. Турнир хороший, турнир красивый. Смотреть на него приятно, какой-то он красиво, ярко организован. И какое-то, вот, знаете, у меня такое ощущение, вот, когда я это вижу, такой турнир, что вот столько денег инвестируется в шахматы, а помимо просто радости, что это происходит, немножко такое чувство неудовлетворения с легкой, что вот такие люди, как, я забыл, как его зовут, организатор этого турнира, такие люди, как я, который тоже вкладывает деньги в организацию шахматных турниров, вот напомню, я в сентябре провел Левитов часы в Амстердаме второй раз, и все это какая-то отдельные шахматные, скажем, планеты. Не объединены наши турниры в одну систему, в систему розыгрыша звания чемпиона мира или систему какую то другого розыгрыша, неважно. И, конечно, это какой-то вот такие, знаете, упущенные возможности. Вот видно, что, написать ну, вот мой турнир был бы, да, частью цикла, этот турнир частью цикла, Вейканзе часть, все является частью цикла. И как в теннисе, как в снукере, как в, в гольфе, во всех практически индивидуальных видах спорта один турнир поддерживает другой. Есть единая система отбора в, этот, в эти турниры. Я готов на свой турнир пригласить там, 7 из 10 человек, которые должны попасть туда по рейтингу или по другим критериям, которые Фиде определит. И оставьте мне 2-3 места пригласить моих друзей или тех шахматистов, которые, я считаю, заслуживают права попробовать свои силы в элитной компании. К сожалению, пока этого не происходит. В начале этого года «Фиды» внесло изменения в отбор в турнир претендентов. Напомню, что турнир претендентов – это перед матчем на первенство мира. У нас только пред-Эверест, вершина, вершина отбора. Кто выигрывает турнир претендентов, заканчивает этот отбор и попадает на матч с чемпионом. Ну, связаны эти изменения, понятно, с чем. С абсолютно как бы, некорректными, неправильными, ошибочными решениями «Фиды» по, по предыдущему отбору. Дали они возможность э, Фируджи набить рейтинг в опенах и пройти Уэсли Со so в отборе по рейтингу. В Индии какой-то на флажке организовали турнир, который позволил в турнир претендентов попасть Гукешу вместо Аниши Гири. Гукеш обогнал его в Фиде Сиркет. И вот Фиде э, приняла ряд законов новых, изменений в законодательство, чтобы этого не происходило. Как теперь будет выглядеть отбор в турнир претендентов? Также у нас три путевки из Кубка Мира будет. Вот сейчас из Кубка мира у нас прошел, например, Карлсон, но он играть отказался, экс-чемпион мира, не участвует больше в цикле розыгрыша звания чемпиона мира. Блин, вот как вот Карлсона называть экс-чемпионом мира? Надо ну, да, бы язык, язык не называет. Конечно, сильнейший шахматист мира, первый по рейтингу, недавно выиграл турнир Часей был на Ческоме, уверенно, 14 его победа в 17 турнирах, конечно, ну... Как бы по сути, по жизни, у нас чемпион мира Магнус Карлсон. А по закону у нас чемпион мира Дин Лежень, который выступает, к сожалению, крайне неудачно, в плохом состоянии находится чемпион мира. Итак, троечек пройдут у нас а, из Кубка мира. Карлсона в турнире претендентов этого года заменит. А, замечательный азербайджанский талант Джад Абасов. Вот так у нас. Нынче выглядит, а, нынче обстоят дела, но он выиграл свое право в честной борьбе, поэтому вопросов у меня тут никаких. К нему пока что нет. Посмотрим, как он выступит в Торонто на турнире претендентов, который, напомню, в апреле этого года состоится в Канаде. Три итак, трое человек проходит из Кубка Мира. Двое человек проходят из турнира на острове Мэн, который, ну, большая швейцарка, может, она пройдет и не на острове Мэн. Это большой турнир, где могут принимать участие огромное количество э, лучших шматистов по рейтингу. Такой демократический отбор, скажем так, дается возможность практически каждому, собственно, сильному гроссмейстеру пройти Турнир претендентов. Две путевки будет из FIDE Circuit за 24-25 год. Кто выиграет вот этот обсчет FIDE разных турниров, шматисты принимают участие в разных турнирах, FIDE по, по определенным критериям обсчитывает. И кто выиграет э, отбор, тот попадает турнир претендентов напрямую в 2027 году этот отбор выиграл Фабиано Каруано. И один шахматист попадет по рейтингу, но не по рейтингу на первый января 2026 года, а по среднему рейтингу за полгода до января 2026 года. Ну, это сделано, понятно, для того, чтобы Феруджи не мог приехать в декабре в какой-то слабый опен и набрать свои недостающие там 7, 10 или 15 очков, как он сделал в, этом, э, в том году. Итак, трое шахматистов проходит у нас из Кубка Мира, двое из Фиде circuit, э, circuit, двое из Circuit, двое из Большой Швейцарки, Большого турнира на острове Мэн, и восьмой шахматист проходит по рейтингу. Вот так будет выглядеть новый отбор в турнир претендентов. Ну, хорошо, наверное, что исправили те огрехи, которые у нас были, но мне кажется, что никакого, к сожалению, продвижения у нас вперед нету. Почему я об этом говорю, почему я об этом задумался в э, последнее время? Э Эрик Алибест, который был в гостях у нас на канале, CEO, э, ну он Переводим мы на русский генеральный директор, но это не генеральный директор, он, в общем, совладелец, основатель ческома, владелец домена ческом, который был у меня два раза в эфире. Он сходил на подкаст Perpetual Chess. Podcast. Я, честно говоря, даже не знал о существовании такого подкаста, но посмотрел такие нормальные видео, нормальный контент. И он там рассказал подробнее то, о чем он уп упоминал у нас на канале. Я эту тему не педалировал, меня интересовали другие вопросы. Он сказал о том, что действительно они предлагали забрать фиды предлагали организовывать турниры в рамках розыгрыша звания чемпиона мира, президентский турнир, еще какой-то, предлагали смену форматов, предлагали то, предлагали все, Фида им отказала, это их право, но вот мы с Эриком как бы кулуарно общались, обсуждали это, переписывались. Конечно, ну жалко, что не используются сейчас в шахматах те возможности, которые у нас есть для построения нового совершенно формата какого-то. Мне кажется, просто глядя на современные шахматы, ну, трудно как-то представить себе, что мы так и будем продолжать вот играть в классику, вот эти турниры скучные будут организовываться, есть другие возможности, уже другие контроли, другие, а как это шахматы стали спортом. Мне кажется, что со времен Советского Союза все-таки прошло уже достаточно времени, когда, знаете, Ботвинник со смыслом играли свои матчи, вот люди стояли на Гоголевском, на все. Сейчас это уже шахматы, конечно, уже не искусство, шахматисты играют очень много, шахматисты стали много зарабатывать, шахматисты стали жить хорошо, и как-то, ну, требует, мне кажется, жизнь уже новых форматов. Я сам не сторонник идти за жизнью, наверное, вы это видите по контенту на канале, мы не лепим всякую ерунду, по крайней мере, стараемся не делать этого, ориентируемся на другие более интересные глубокие вещи, но сама жизнь уже внесла коррективы в шахматы. Много играют онлайн, много играют с быстрыми контролями. Да и в классику, когда играют, ну вот Эмиль Сутовский все радуется этим партиям Вейканзей, но это больше напоминает какую-то, знаете, такую вот упертость, что бы ни происходило, Эмиль говорит одно и то же уже там 30 лет. Вот, будем играть классику, нужно качество, ну нужно, наверное, но нет уже там таких шедевров, как как, как творили там Каспаров, Карпов, Фишер и так далее. Другие сейчас шахматы, другая дебютная подготовка, так уже и не разгромить легко никого. В общем, жизнь изменилась, шахматы стали спортом, и, ша... и произошло какое-то вот изменение здесь в сторону больше того, больше интереса к турнирной таблице сейчас, чем к тому самому шахматному контенту, который нам предоставляют ведущие гроссмейстеры мира. И мне кажется, что нужно двигаться в этом направлении. И то, что Магнус отказывается участвовать в розыгрыше звания чемпиона мира, то, в каком состоянии находится чемпион мира Динг, Дин Лежень, который после матча просто, очевидно, выпал в какой-то психологический, физический осадок. И Эрик Алибес в этом Perpetual Chess Podcast, он говорит о том, что ну не будут люди это смотреть уже. Как он выразился, 21 день по 9 часов. Эрик здесь немножко лукавит, конечно, смотрит чемпионат мира, в том числе и на его, на, на, на YouTube-канале Chess.com и Чес 24 но могли смотреть, конечно, гораздо больше. Могли быть другие цифры, могли быть другие спонсоры. А так получается, что мы по-прежнему живем в мире шахматных меценатов. Вот Ян Хенрик Бютнер, организатор замечательного турнира по шахматам Фишера. Есть Илья Левитов, организатор турнира в Амстердаме. Есть еще какие-то люди, которые организовывают какие-то турниры. И все мы не связаны, друг с другом не связаны никакой системой. Соответственно, нет этого кумулятивного синергического эффекта от наших вложений в шахматы. вот о чем говорит Эрик в своем интервью, то, о чем много раз говорил я, и жаль, что продвижения в этом вопросе никакого нет. Что еще интересного мы узнали из интервью Эрика Алибеста на Perpetual чат Podcast. Netflix снимает сериал о Хансе Нимане. Ну, ожидаемо, друзья, ожидаемо. Ханс Ниман, 20-летний юноша, который Прогремел после э, скандальной партии с Магнусом Харлсом в турнире Сент-Луиса, после чего экс-чемпион мира покинул э, турнир. И с тех пор каждый шаг Ханса Нимана вызывает э, большой интерес не только у шахматного мира, но и за его пределами. Ханс уникальный, конечно, для шахмат человек. Он как-то сразу с юных лет выскочил за вот эту шахматную нашу орбиту, попал в, в мир больших большого интереса, скажем так, и, наверное, если сейчас на улице людей спросить, кого из шахматистов знаете, то, может быть, они большинство назовут Ханса Нимана, уж точно больше, чем действующего чемпиона мира по шахматам. Я к Хансу отношусь, ну, понятно, как, Ханс обманщик, читер, Ханс, видно, что нечестный человек, но, тем, тем не менее, я отношусь к нему с большим интересом, конечно, яркий очень персонаж, давно у нас в шахматах э, таких не было, и уж не знаю, э, как он свой, так сказать, путь закончит, но уж точно он не будет сидеть на диване и учить берлинскую защиту. Это я вас уверяю, мы еще много услышим о Хансе и слышим, кстати, о нем и сейчас. Сент-Луисский шахматный клуб, который поддержал Ханса Нимана в его конфликте с Магнусом Карлсом, после того, как Магнус уехал, Ниман продолжил играть в турнире, продолжил играть в других турнирах Сент-Луисского шахматного клуба, объявил, что не будет приглашать Ханса Нимана в свои турниры в 2024 году из-за погрома дебоша, который устроил Ханс после одной из партий в том году. Ну, Ханс и не отрицал, что устроил этот дебош, он только э, сказал, что Сент-Луисский шахматный клуб преувеличил масштабы этого дебоша. Мне кажется, что дело не в том, что Ханс сделал. Ну, во-первых, всякое бывает. Человек разгневался, он компенсировал ущерб, все. Я не думаю, что это какая-то большая проблема. Тем более, что сейчас приглашение Ханса это уже хорошая, такой хорошая традиция, хороший знак для турнира. Он приносит с собой определенный паблисити и играет, собственно, практически везде, где может. Даже в Иконзе и в турнире Б, в классическом, все равно Ханс Ниман там. Сыграл. Мне кажется, что испортились отношения у Ханса с Рексом Сингфилдом или с его командой. Не знаю с кем, есть у меня какая-то информация по этому поводу, но она не, не проверенная и не хочу оперировать а, сплетнями. Но мое ощущение, что отношения их испортились и той поддержки, которая была у Ханса от Рекса Синфилда, больше, скорее всего, не будет. И Ханс оказывается, ну, немножко в изоляции, там ничего такого страшного нет. Пропустит он, может быть, 2-3 турнира, в которых он наверняка бы сыграл, но сам факт того, что Сент-Луисский шахматный клуб, а это центр жизни американских шахмат, все американские шахматы сейчас по сути сконцентрированы в этом месте, огромные деньги там выделяются на шахматы, прекрасная инфраструктура, команда работает, проходят не только элитные турниры, но и миллион всего другого, лекции, уроки, какие-то турниры для слабых шахматистов, для сильных, для любителей, в общем, это действительно такое Напоминает такой маленький советский союз шахмат, знаете, внутри американского города Сент-Луиса. И, конечно, ссора Нимана с этими могущественными американскими шахматными меценатами, конечно, не на пользу Хансу. Я думаю, что мы в ближайшие дни или недели услышим новости по этому поводу. Видимо, Ханс нарушил какие-то свои обязательства, где-то что-то, может быть, сболтнул или еще что-то, парень молодой, еще неопытный. И судьба его, так сказать, шахматная, она... Ну, в ближайшее время будет в том числе зависеть и от этого очередного конфликта. Раз заговорили о Нимане, ну, грех не упомянуть о ситуации с читерством. Ничего такого экстраординарного не происходит, кроме того, что Владимир Борисович Крамник открыл свой канал. Немного, пока, к сожалению, видео вышло на этом канале. Рекомендую всем, кто владеет английским языком. А сейчас уже и куча способов перевода есть. Хотя Володя все-таки он непов неповторимый по-русски и по-английски. Поэтому рекомендую под подписаться и смотреть эфиры читерских вторников Крамника, конечно, у Володи есть какая-то потрясающая совершенно способность вот настолько искренне и честно все делать, что это вызывает, конечно, большой а, интерес, но м -м, тут вот а, вы знаете мое отношение к экс-чемпиону мира, к Крамнику, я его горячо люблю, уважаю, мы давно дружим, и как-то мы, как сказал э, Эрик про Каруану, корджал, сейчас такое модное американское уважение, то есть мы как бы связаны, корд у нас между нами, натянут, и я его очень уважаю, уважаю то, что он делает сейчас для шахмат, но вот, к сожалению, без обид, ну, как вот говорил Мюллер, сложно работать с непрофессионалами. А вообще-то все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически совершенно невозможно. Невозможно понять логику непрофессионалов. Пиар, который Володя, атаку, которую он устроил на ческом, мне кажется, была ошибка, я, я ему это говорил напрямую, что так резко не надо, нужно аккуратно, нужно действовать так, действовать сяк, были у меня разные предложения, идеи, но Владимир Борисович отличается чемпионским характером, а значит упрямость, он делает то, что считает нужным, и это его дело, я это уважаю. Но сложилась некоторым образом парадоксальная ситуация, что, понимаете, сейчас как бы так оказалось, что все читеры, все читеры, кроме того человека, который произносит фразу «все читеры». И кого блокировать на самом деле, кого блокировать, непонятно. Вот что сейчас делать Ческому, я, честно говоря, не представляю, по-моему, они в патовой абсолютно оказались в ситуации, весь шум этот полгода звенит в ушах, а никаких кейсов мы не слышим, не знаем, ну, пришел Эрик, рассказал какую-то непонятную, абсолютно невнятную статистику, а что вот реально происходит с борьбой с читерством, непонятно. Я смотрю, как Ян Непомищев в первом туре читер... читерского вторника, оговорочка по Фрейду, титульного вторника, проигрывает какой-то там женский международный мастер или просто мастер. И там партия одноворотнее абсолютно, Яна в 25 ходов там выносят черными. Девочка, значит, попадает на первую строку турнирной таблицы после первого тура. Она обыграла очень сильного шахматиста, и она выбывает из турнира. Читерствует она? Ну, понятно, что она читер. Но это не 99%, это 100%. Но система Ческому, видимо, что-то не показывает. Это аномалия э, статистическая. И продолжаем жить так же. Вот, к сожалению, сложилась такая патовая ситуация. Много крика, весь шахматный мир бурлит насчет читерства, а прогресса, к сожалению, никакого нет. И это вопрос, как уже Карлсон говорит, что экзистенциальный насмотрелся в моих эфирах, наверное, экс-чемпион мира. Я давно говорю, что это вопрос экзистенциальный, то есть вопрос существования и выживания нашей игры. Потому что если не, мы не боремся с читерством, то в какой-то момент читерство войдет настолько плотно встроиться в нашу жизнь, что избавиться от этого будет уже невозможно. В этом с этим, собственно, и связано мой на этот хайп по этому поводу, ну, помимо того, что я просто хайпую, чтобы подписчиков было побольше, скажем честно, но на 50% я хайпую, потому что я просто переживаю за будущее шахмат. Мне кажется, что через 10 лет, если ты не читер, у тебя просто шансов не будет ни в офлайне, ни в онлайне чего-либо добиться. У нас такая игра, где компьютер не помогает не на 99%, а на 100%. Где допинг, то есть помощь компьютера, помогает на 100%. Ты вместо проигрыша получаешь выигрыш. Поэтому меры, которые предпринимаются, ну, в данном случае платформами и организаторами, конечно, недостаточны. И будем продолжать требовать от Ческома хотя бы на читерском вторнике. Ну, камеры установите для всех. Запретите нахрен наушники. По 3-4 камеры нужно. Нужно осложнить жизнь читерам и нужно блокировать людей, которые читерят. Очевидно. Очевидно. Даже если ваша система этого не показывает. А так следим за шахматной жизнью и немножко одним глазком посматриваем в Торонто, в Канаду, где через два месяца состоится главное соревнование первой половины года, турнир претендентов, поскольку в конце года у нас должен быть матч на первенство мира, но где он состоится до сих пор неизвестно. И это возвращаясь к началу моего спича, что когда вы за полгода до матча на первенство мира не знаете, где он состоится, это значит, что вся эта система отбора к нему и самого матча ни хрена никому не интересна. Старое прогнившее судно, которое вот как-то еще более-менее плывет. Дай бог сейчас и какой-нибудь индус выиграет, и индусы дадут 5 миллионов долларов, и мы в Индии проведем матч. Или выиграет Ниджат Абасов. Не исключено, кстати, не исключено. Он вот до Кубка мира не блистал, после не блистал, но может он не только на крупных турнирах как бы взлетает. И тогда матч в Баку. И вот это вот, что нет матч на первенство мира, он никому не интересен. На самом деле, вот на самом деле вершина нашего спорта, так сказать, никому не интересно. Дай бог где-то, вот имей рассказ, было две заявки, одна из Аргентины, наверняка бла-бла-бла. И вот слава богу образовалась Стана. Ну вот как бы вот так и живем, так жили при Кирсане. Я вам скажу, при царе батюшке 25 лет жили с полным туманом впереди и также, к сожалению, живем сейчас. А ответ, он вот здесь в руках. Уже теннис организовался, снукер организовался, кстати, за последние 10 лет гольф организовался, все организовались, кроме нас, а мы все ходим и рассказываем какие мы благородные, интеллигентные и играем классику. Друзья, надо быть в хорошем смысле слова современными. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. И всего доброго. До свидания.